Друзья, добрый вечер. Мы сегодня гуляли в предновогоднем супермаркете, и я убедилась, что ананас, да, традиция ставить ананас на новогодний стол по-прежнему в силе. Хотя я думала, она как-то уже отошла. Но почти в каждой корзине, да, можно было пронаблюдать ананас. И я подумала, что значит, мы его тоже нарисуем. Ну как же вот мы не добавим это в свое арт-меню. Итак, что я беру по материалам? Все как обычно для тех, кто с нами давно, это уже просто заезженные фразы. Большую синтетическую кисть. Я думаю, что сегодня тоненькая не нужна. Обычно мы берем еще одну тоненькую, салфетки, вода. Вот такой у меня холст ДВП прогрунтованный, точнее МДФ. Вы можете брать бумагу, холст на подрамнике любого формата. У меня это маленькая, как я уже называю, ютубная версия, да, А5 формата, чтобы все помещалось в кадр. И я беру акриловые краски, как обычно, всего 5 цветов. Белый, черный, синий, желтый, красный. Вам может быть трудно понять, что здесь на моей палитре есть, но я озвучу, да, только 5 красок. Даже зеленого нет, в общем-то, который нам тоже сегодня понадобится, но мы все с вами смешаем из 5 базовых оттенков. Ну и, в общем-то, все, я предлагаю начать. Я долго думала, какой же ананас, думаю, целый или половинку, и до сих пор не определилась. Хочется целый, но формат маловат, мне кажется. Хотя почему нет? Да, давайте, наверное, все-таки целый мы с вами сделаем. Вот прямо здесь по центру. Я возьму желтую краску большой кистью, сразу набросаю его силуэт. Это вот такой вот овал. Да, нолик, можно сказать. Вот такой вот хвост. Овал может быть поменьше, чтобы все поместилось. Вы делаете согласно вашего листа. У меня все это очень маленькое, да, но, конечно, вот такая картина вообще очень классно смотрится. Большая, интерьерная, огромная такая, чтобы была. Ну, рисуйте. Ой, да, привет, у меня тут на озвучке мой дружочек дорогой. Так, и я хочу сделать черный фон. Я люблю такие арт-вещи на темном фоне, хотя и на белом фоне тоже будет классно, но я подумала, что у меня сегодня будет вот прямо черный-черный, поэтому после того, как я очертила, да, границы своего будущего фрукта, я вокруг него все заделаю черной краской. Вы можете использовать не только акрила, и масло, и гуашь. И все, ты там маму манис. Все, ты там маму манис. Да, повнимать тебя, потискать? Ну ладно. Мы немножечко потискались. Так, продолжу черным цветом. Ну, в общем-то, неважно, в каком направлении вы там красите, в черной краске это не очень видно. Главное, с водой сильно не мешайте, довольно густым цветом, чтобы фон был не прозрачный. Здесь вокруг хвоста, но так побольше закрасьте черным. Мы потом лучше, если что, зеленью выйдем прямо на черный фон. Да, и, в общем-то, готово. Там. Вымываем кисть. А теперь мы с вами сделаем вот такую штуку. Мы возьмем, поскольку фон очень темный, да, на нем будет классно смотреться, очень светлый ананас, очень яркий, но все равно нам понадобятся какие-то оттенки, да, для него, не только светлый, вот там желтый, оранжевый. Я беру вот так вот желтый, беру вот такое же количество красного и беру такое же количество, но у меня просто концентрированный пигмент строительный, поэтому я беру поменьше. Если это все краски у вас одной фирмы, одного производителя, вы берете в одинаковом количестве, ну, может, синего поменьше, смешиваете и получаете коричневую краску, практически 100%. Есть несколько лайфхаков: если красноват, глушите синим, если зеленоват, глушите краснотой, если слишком светлый, ну, там еще нужно красного и синего подать, если слишком темный, наоборот, желтенького. И таким образом, регулируя, у вас получается коричневый оттенок, которым я сейчас поддаю тени своему ананасу. Он у меня получается подсвеченный, как будто бы снизу слева. Пускай, тогда тень давайте набросаем справа сверху. Всегда тени света не противоположно действуют. И вот я добавляю этот коричневый цвет. Если бы я маслом писала, рисовала, да, это бы называлось подмалевок, да и в акриле это можно назвать подмалевок. И коричневый подмалевок у меня будет не только на самом ананасе, а и вот тут вот на хвостике его вымываю. Пока он у меня местами сливается с фоном, да, но я, кстати, подумала, что нужно не только вот тут, а еще немножечко вот тут вот слева тоже такой тени поддать.
сверху, справа и чуть-чуть левее. Дальше я беру желтый, вот здесь отдельно, к нему каплю красного, получаю что-то оранжеватое. Таким оранжеватым цветом я крашу дальше. Вот здесь вот по контуру, можно сказать, весь ананас прокрашиваю. Если что-то черное подмешается, не страшно, да, но главное, чтобы не сильно много, чтобы он нам тут все не перетемнил. Вот. Но не страшно, да, не боимся, чуть-чуть так втерли и ладно. Так, и дальше я завершаю вот здесь вот все прямо желтым цветом, который заходит и на предыдущий коричневый, и на оранжевый, и все это хорошенечко теплит. Прямо можете сразу такими мазками укладывать. Также я теперь займусь хвостиком, да, такой подложкой под хвостик. Мне нужен темный зеленый верх. Для этого я беру синий, вот так отдельно переношу, с желтым, желтого всегда немножко больше, чем синего. Получаю темный зеленый. Отлично, прям вот таким вот темным зеленым. Я сразу закладываю вот такие мазки, да, у меня сегодня мазковый ананас, очень такой характерный я хочу сделать. Частично вроде бы как натуралистичный, да, а частично такой наоборот артовый, такой смелый. Поэтому темные зеленые мазки, остренькие, вот такой пальмочкой, можно сказать, да, я укладываю хвосты сверху и справа. Все очень темно, пока ничего не видно, но начнем выходить на свет. Теперь я начну брать желтый, подам к остаткам своего зеленого. Практически все будет желтый и совсем немножко вот предыдущего зеленого. Получаю такой яркий салатовый. И этот яркий салатовый делает вот такие очень яркие хвосты. Во-первых, там, где у меня свет, да, снизу справа. А во-вторых, конечно, и по тени тоже кое-где пробегает. Для того, чтобы немножечко это все там тоже выходило на свет. Вот так вот. Ну, понятно, что светлее должно быть вот с этой стороны, световой. Там, где мы изначально договорились об этом. Вымываю, вытираю, и долго не буду тянуть, пока у меня кисть, да, вот я в этом месте, и все не просохло. Я добавляю к этому салату еще белил, вот на палитре, да. Желтый, чуть-чуть там зеленого, белила. И вот очень ярким цветом, максимально светлым, желтоватым, чуть-чуть совсем зеленоватым, я подсвечиваю самые яркие хвосты, которые только могут подсветиться. Вот такими прямо грубыми мазочками. Подсветило, да? Здесь очень темно, здесь очень светло, конечно, бликует на освещении, но вот видите, как классно, по-моему, видно, да? А вот так, конечно, все очень бликует. Может, надо как-то свет переместить. Ну-ка, попробуем с освещением под углом, но пока вот, по-моему, видно отличный хвост. Перейдем к ананасу. Посмотрите, в общем-то, он у нас довольно темноват. Если он не такой, ну, сделайте, чтобы он таким был. Темноват и таких спокойных оттенков. Теперь мы сразу по нему добавим ярких пятен. Во-первых, желтый. Где-то отдельное место для него находим, которого у меня уже почти нет, с каплей красного. Довольно яркий оранжевый. И прямо вот такими вот ромбиками, мазками укладываем оранжевый по предыдущему коричневому. У меня еще кисть плоская, видите, и она уже сразу под углом оставляет вот такие ромбовидные мазочки. Теперь к этому цвету, ну даже круглой кистью, в общем-то, просто мазки вот такие довольно оквадратненные, да, ромбовидные, все равно можно уложить. К этому цвету оранжевому еще желтого, или даже в чистом виде можете набрать на кисть желтый и уложить вот сюда центрее, так сказать, да, максимально желтых мазков. Центрее и низ слева, мы помним, где у нас свет. А теперь белый с желтым. И вообще вот самое светлое место такими же ромбовидными, прям, ну, друг поверх друга эти мазки можете укладывать. Но в тень уже так не подступаемся, да, в тени там уже темно, вот даже этот мазок, видите, как он резко вырывается. То есть чем более светлые оттенки мы наносим, тем больше в светлом месте они должны оказаться. Вот такой у нас очень натуралистичный ананас получился, друзья. Даже не знаю, надо ли его ляпать и все такое, но знаю, надо, потому что это сделает его, знаете, таким вот, глаз будет путаться. Ой, он же как будто настоящий. Ой, да нет, он нарисованный. Что, каким образом это все ляпать? Во-первых, нужна желтая краска, она у меня закончилась. Я бы хотела каких-то, ну вот, всяких артовых историй, каких-то потеков. Смотрите, я беру желтый, сегодня у меня такое настроение прямо, ух, желтый с красноватым. Для жизни это настроение не всегда подходит, а вот для картины иногда очень смелые вещи получаются.
Так, смотрите, я смешала такой оранжевый, который у меня получился. Хотелось бы сделать подтек, но недостаточно жидкая краска, поэтому я просто вот так вот разнесу кистью вниз вот такой оранжевый подтек, да? Как я определяю, какого цвета делать мне потеки? Вы можете экспериментировать сами с оттенками, но это все оттенки с моего ананаса. Просто у меня закончился этот оранжевый, я только что подмешала еще. И я буду использовать только все те цвета, которые уже есть на моем ананасе. Оранжевый, потом. Вы можете взять мастихин, если нет мастихина, можете взять любую пластиковую карту ненужную, которая у вас есть. О, у меня тут Adidas оказался. Ну ладно. Так. И вот пластиковой картой каких-то деталей можно разнести, да, вот так, хоп, так подкладывать. Это наш любимый способ. Мы одно время им очень сильно баловались. Но что-то давно я ничего такого с вами не рисовала. О, зеленое что-то подкрасилось. Ну, вообще не планировала зеленый сюда. Ну, пусть будет. Вот таких вот рыжих растяжек. Я люблю их только в вертикальном и горизонтальном виде, да. Вот я сейчас вертикально чего-то растянула. Попробую еще чего-то горизонтальненького утянуть. То есть у меня такая цель, мой натуралистичный ананас взять и размазать в пространстве местами. Вы смотрите сами, нужно вам это или нет. Но это всегда делает картину уникальной, потому что ну так, вот именно так получится только у вас и только сейчас. В другой момент получится совершенно по-другому. Это то, что невозможно повторить и не нужно. Вам нужно просто взять за принцип и сделать. Теперь вот что-то зеленое у меня было, да, то, что было на ананасе. Я сейчас его подхватываю и... Да, зайчик мой, ты к маме хочешь? Сейчас пойдем. И утягиваю вот сюда вот. Тоже смотрю местами, где мне хочется. Сюда-туда. Сейчас, моя хорошая. И, конечно, такими вещами можно баловаться, можно не баловаться, можно чересчур, можно не чересчур. Но вот я оставлю так лаконичные такие растяжки. Их пока достаточно, хотя я умею размазать просто все по поверхности. А теперь добавлю еще одну из любимых своих штук. Это брызги. Они тоже всегда смотрятся мега выигрышно и очень звучно у любого новичка. Вы понимаете, вот этот способ сделать стильную интерьерную картину, даже если ты как бы, ну, вообще профанчик в этом деле. Вот я сделала опять оранжевый, хотела больше оранжеватый, но ладно. Чем гуще краска, тем больше шансы, что у вас будут такие, знаете, вот такие вот длинные ляпы, потеки. Ну и обязательно нужна плотная кисть. Можно еще зубной щеткой попробовать. Ты мне рюкзачок принесла? А что там у Василисы? Там ничего нет? А мама сейчас стала... А что там у Василисы? Простите, у нас любимая игра есть. Чтобы мама что-то находила в ее рюкзачке. Или ложила, если там ничего нет. Так, сделали таких ляпов. Классно будут смотреться светлые ляпы на темном фоне. Вот оранжевый даже недостаточно светлый. Дальше беру желтый, но не в чистом виде. В чистом виде скучно. Вот что-то оранжевенькое к нему чуть-чуть подмешается. Непременно вода, иначе ничего ляпать не будет. Только жидковатая краска. И от степени жидкости, да, так как бы вы увидите разные ляпы. Ну, я выбираю что-то погуще. Вот что-то желтое, такой ананасовый фреш тут просто растекается, да, по окрестностям. Вот так вот. О, круто! Слушайте, бомба, мне уже прям нравится. Я соскучилась за этой нашей техникой. Не знаю, опять под освещением бликует, но вот. И немножечко зелененького, тоже чего-то светлого. Вот у меня есть желто-белый. Да, моя сладенькая девочка, сейчас... Поискать, что в рюкзачке. А что там у Василисы? Что там? Это что, кисточка? Это кисточка у Василисы. Сейчас мама уже дорисует, и мы с тобой пойдем. Желтый, да, с чем-то зеленым. И тоже набрызгать вот каких-то... О, даже частично голубоват. Вот салатовых. И тут вот вам просто стоит подключить какое-то свое чутье, если вам в целом нравятся вот такие картины, то у вас получится что-то свое очень авторское и по-любому красивое. Вот за это-то я и люблю эту технику. Чего-то максимально бело-желтого я бы сейчас взяла, может, тонкой кистью или там какой хотите, и вот так вот бы растянула, ну или брызнула, ну в общем хочется чего-то очень светлого. Разнести, да, по окрестностям.
Я в этих делах проповедую только вертикаль и горизонталь. Вы можете как бы экспериментировать. Но и сам процесс захватывает, и, как обычно, и результат хорош, да? Главное не месить все в одну кучу, у вас должны быть пятна разных оттенков. Темные, светлые, не однотонные, да? Если бы это все было одного оттенка зеленого и одного оттенка желтого, да, там, или оранжевого, было бы скучно. А поскольку есть вот эта вот игра оттенков, это все превращается, конечно, в такую, ну, буйственную, в общем, историю, классную. И я, конечно, тащусь от таких работ. Все, друзья, вот такой у нас получился классный ананас в новогоднюю ночь, да, в ночи его развезло по новогоднему столу. Ну, в общем, мне нравится, присылайте ваши, что у вас будет получаться. Ссылочки на соцсети, как всегда, прикреплю под видео. И пока-пока.